И за ярким зеленым полем можно тоже наблюдать целыми часами. По-весеннему оно светится и зеленеет на солнышке. Все прям как будто в мае. А вот тут вот тоже находится озеро. Все зеленое, покрытое цветущей ряской, опять же, как весной. Сегодня для меня еще и закрытие велосезона. В этом году я больше выезжать, наверное, в поле не буду, потому что погода будет не очень хорошая почти весь октябрь, по крайней мере, по прогнозу. Но если и выйду, то 1-2 раза, наверное. Но вы пока наслаждайтесь зеленью этого поля. Ну и ждите весны. 8 месяцев до мая.